Привет, мои дорогие, как у вас дела? Я сегодня такая печальная из-за этих видео. Сегодня сняла, милые мои, видео. Сорвалось с приветствием, так все красиво, да? В общем, потом думаю, ну ладно, продолжу, второе буду снимать. Потом их соединю. И что вы думаете? Просто первое видео вообще не сохранилось, вы представляете? Там 6 минут было, а потом продолжение. И мне пришлось выложить только продолжение. Так что не судите строго. Это я как бы не хотела, чтобы так было. Но бывает иногда так, к сожалению. И если честно, прям падаешь духом, знаете, настроение так падает. И прям ничего не охота уже. Бывает такое состояние какое-то, да, вот неприятное. Ну что, мои дорогие, в общем, это все мокрое, мокрое уже. Я прям думаю, сухое, наверное, поем. Приготовила здесь чуйскую и светлый Туркестан. Этот ряд у нас светлый Туркестан, это чуйская. Мерабалар таки пчелрем. Буно ады Туркестан ачик. Буно ады чуйская. Сададжик куру килиджас. Hi, my dear, how are you? Туркестан, чуйская. По просьбе. Сейчас я вам прочитаю. У меня ж тут... Ой, список-то. И еще сорвалось. Хотела попрощаться, опять закончилось. Господи, предыдущее видео. Ну, в общем, как-то вот так бывает. Тут у меня есть, кто просил поесть просто сухую глину. Так, это у нас... Просила Марьям Туспекова Туркестан белый и чуйскую сравнить. У меня Туркестан белый нету. Давайте попробуем сравнить, ну, то, что есть, да, Туркестан светлый. Хотя многие говорят почему-то, что это практически одно и то же, но я думаю, что нет. Что это не одно и то же. Это абсолютно разное. У меня был Туркестан белый. Я его отправила в Турцию, пока кто-то там поехала из знакомых, думаю, пусть туда едет. Вот, и поэтому у меня его сейчас нету. Ну, и повторно я его не покупала. Вот. Туркестан светлый попросила меня. Мекка Токтомушева. Туркестан светлый, либо белый, чтобы я глотала. А нет, белый попросила у меня... Жанарке Бейсы Макова. Ну, я думаю, что Туркестан светлый тоже пойдет, да? Сухие плитки также просила Ханна Мур-Мур. Ой, такая прям гламурная у нее такое прям название. Мур-Мур. Мне очень понравилось. Вот, Ханночка. Мекка. Жанерке. В общем, это для вас. Будем хрустеть сухими плитками. Конечно, чуйскую, вы знаете, я буду частично глотать. Светлый Туркестан я глотаю. 100%. Так, пчелры, пошли Йорус. Ну, давайте что-нибудь погрызем. Я прям так хочу. Хочу вот этот. Это светлый Туркестан. Ну, этот какой-то потолще плиточка. Может, потоньше возьмем, да? Чтобы кусать легче было. Это блаженство просто. Я не знаю, есть ли такой человек, который не любит туркестан светлый. О, кадар гизальки. Хокусы таде. Яме.
Бисквит. Чай с молоком. Сладкий. Не с молоком, со сгущенкой. Как вкусно. Супер. Залипает на небо. На небо. Поэтому. Такой красивый, прям я не знаю. Вкусно. Пробуем чуйскую.
Чуйская — это все, что осталось. Маша все съела. Сухой, плотный. Чуйская заливает больше, чем Туркестан, и не хочет отлипаться вообще. По вкусу чуйская более сливочная, плотная и залипучая. Туркестан нет, не до такой степени залипучая. Структура легкая, запах насыщенной пыли. По сравнению с чуйской, здесь запах и вкус более насыщенный. А чуйская тоже вкусная, конечно, слов нету. Ну, я сравниваю по просьбе. Вот. Так сильно не залипает Туркестан. Вкусно. И эта глина, и та глина. Очень вкусная. Обе чистые. Чистые прям. Без единого всякого. Без соринки, без мусора. По цвету. Ну вот. Снаружи вроде цвета у них одинаковые, но... Чуйская немного потемнее цветом. Все-таки. Супер глинки. Супер. Бисквиты. Очень вкусные. Ну что, мои дорогие. Спасибо вам. Так все залепило вообще. Даже говорить не могу. За просмотр. Teşekkür ederim takipçilerim. İzlediğiniz için. Thank you, my dear. Ой, там такая красота творится вообще. Надо так разговаривать. Так что до встречи, милые мои. Я просто не стала сразу. Я хотела красный суп сделать. И думаю, два супа. Ну, тут-то не суп был, каша такая густая. Думаю, пусть будет один сухой, один мокрый. Как бы так, да, чередовать. Закрою, это так. Все прям залепило. Вот. Завтра, наверное, сделаю что-нибудь жидкое. И что-нибудь густое потом. Ну, то есть сухое. Ну, как-то так будем чередовать с вами, да? Сегодня какие-то просьбы я чьи-то выполнила. Трех девчонок наших. Мурмурки нашей. Жанерки, Мека, вот.
Поела сухую плиточку по вашим просьбам. Завтра пойдем уже дальше по списку. Мои милые, пока-пока. Целую вас. Эпюрм северу.